Привет, привет. Наверное, все умеют масло растапливать. Кушать. Почему кушать? Вот я тоже решила растопить топленое масло. Редко пользую, но пользую. Не люблю, поэтому делаю сама. Купила масло. 2 большие пачки. Вот. Поставила в комнатной температуре, чтобы они не были замороженными. И отправляю в кастрюльку. Будем вместе с вами растапливать. Ну да, с удивлением узнал, что и молодые хозяйки многие такой способ хранения масла даже не слышали. Растапливать масло будем не 5 минут. Весь процесс поэтапно мы вам покажем. Тут ничего особенного не надо. Надо главное наблюдать, чтобы не убежало. И помешивать, чтобы не прикипело. Тоже может быть. Потом еще покажу, что можно сделать из пенки, которая осела на дно. А ты знаешь, что многие растапливают не до конца? Они считают, если растопилось, уже топленое. Нет, нет. Мы сейчас... Весь процесс покажем. Он не 5 минут не проходит. Для вас, конечно, может и 5 минут, а для меня это 1-1.5 часа. Закипают. Должен кипеть. Только не должен убивать. Это первая стадия образования легендарных вкусных пенок. Угу. Но он еще не готов. Да, пенки еще белые почти. Он должен быть янтарного цвета. И прозрачный. Да, и прозрачный. Пенка сама осядет. Некоторые убирают, но я не убираю по причинам. Плюс можно еще вкусняшку готовить. Сытную довольно. Пахнет вкусно. Еще нет. Еще не раскрылся. Уже. Ты знаешь, почему-то в детстве запах топленого масла не любил. А сейчас нравится. Я обожала. Я столько масла вот так, когда попадалось, обожала. Пенку вообще. Это было что-то невероятное. Попробую сейчас покушать. Мне панкреатит такой сделает. Я за тебя съем. Я пострадаю, но съем. Кстати, огонь тоже у меня небольшой. Покажи, пожалуйста, огонь. Огонь не должен быть большим. Это ваше масло пойдет к соседям оставаться. Убежит, имейте в виду. Медитативное занятие, да? Угу. Уже тихонечко начинает прозрачнивать. Так? Не бери лучше. Вот. Почти янтарный, но уже прозрачный. Думаю, несколько минут еще. Теперь мы это дело процедим. Чистую посуду. Только аккуратно. Прям как медок налит. Угу. Только не мед, не кушай. Теперь у нас осадок. Что мы делаем? Берем толокно. Просеянную. Скажу по секрету, не так сладкие и вкусные. Насыпаем. Ладно. Сразу много не насыпайте. И помешиваем. У вас получится такая сытная вкусняшка. Сахар тоже добавляем. Ну, как картошечка кондитерская похожая. Ну, очень калорийная. Сейчас а пахнет...
Я в детстве такого накушалась. Мама, не горюй. А что, худая? За то, что много покушала. Думаю, достаточно. Теперь сахар тоже добавим. Сейчас пока домочадцы любят сладкое. Так что сахар не жалею. Принести весь мешок. Теперь собираем. Берем рукой. И вот. Отламываете. И кушаем. Тепленько. Вкусненько. Сейчас это все сделаю так. Ну вот. Вот масло. И вот вкусняшка. Картошка. Картошка. Так что готовьте, делайте, пробуйте. И расскажите, что у вас получилось. Всем приятного просмотра. Всем пока-пока.